Так, это наш танк Т-64Б. Механик, нашего, который проехал уже хуй знает сколько, блядь, ночь. 70 километров. Да, 70 километров, да. Нам расскажут о всех прелестях этого танка. Ну что, давайте пройдем. Пойдем. Далюк открыт? Да, открыт. Конечно, открыт. На, подержи. Подержи, потом. Так, вот так командиры залазят в танк. Давай, ребят, как механики залазят в танк. Резно? Да. Давай, запрыгивай. Так. Так. Это у нас место механика-водителя. Кокпит пилота. Да. Смотреть там нечего, потому что я там ничего не знаю. Что пока это. Рассказать, что там? Ну да. Нет, давай. Вот так, блядь. Ох, вот это то, что я сидушку не опустил. Да. Нихуя. Куда пытался найти массу. Давай. А там никого не видно. Вот так вот. Видать? Да. Да. Ну что, это приборы, блядь. Это приборы, да. Короче, блядь. Нехуда. Все, бля, просто как апельсин. Да. Да там приборы, ну. Это хуйня. Да вообще лишь не надо. Ну да, там у тебя припишали, пошли. Плати, да. Коробка передач, два рычага и три педали. Вот и все, ебать. И седло. И седла. Тяжко. Тяжко. Ну ты все? Да. А, и грязное стекло, смени снаружи, грязное стекло. Это мы так сегодня ездили по болотам. По болотам. Испытывали, блядь. На тест-трек нашего танка, блядь. Тут все равно, да. На базе? Меня слышно? Да. На базе мы приняли, пробег был 190 километров. Сегодня уже, на данный момент, 260 и восьмерка вылазит. Девятка вылазит. Ну да, 270. 270 километров. Охуеть. Да. Да. Пойдем посмотрим. Где еще больше тундеров и всяких штучек. Пульт управления артиллерийский, да? Чебурашка. Да, чебурашка. Ну, блядь, есть броня, блядь. Ну, давай. Сиси. Пёс. Так, ты хуя же не нажал. На, выдержи, давай. Потом, короче, тогда закончим. Не-не, чё, нормально. На, да, идёт. Ебись. О, наш идёт. Настоящая колонна. Что ты где? Аниме. А, вот это. Один танк. Все тут. Блядь. На дальше. Я лицо не снимаю, потом. Туча, дай кусочек. А, можно снимать? Меня можно снимать. А мне не надо. И я, и дед. И меня можно снимать уже давно там, блядь. Мне похуй. Мне похуй, я не узнаю. Меня снимать. Там я его записано плевали. Слышишь, там ты соленые кубики сделаешь, понял? Это щит, да? Ну так. Это называется, там пишем о привале, да? Раз, раз, раз. Я так,